Здравствуйте, меня зовут Татьяна. И сегодня мы вместе узнаем прогноз погоды на 3 мая. В столице Алтайского края ночью плюс 5, днем плюс 13. В Белокурихе ночью также плюс 5, днем плюс 14. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 3, дневная плюс 14. И теперь посмотрим, какая погода будет в нашем городе. В Бийске переменная облачность. Ночью температура будет колебаться от 4 до 7 градусов выше нуля. Днем плюс 12, плюс 14. Несмотря на то, какая погода будет ожидать вас за окном, радуйтесь весенним денькам и дарите окружающим тепло и улыбку.